Стражник! Повелитель. Повелитель, вы меня звали? Гюльфем Хатун. Я так давно не говорил с тобой. Как ты? Хорошо, повелитель. Слава Аллаху. За вас молюсь каждый день. Гюльфем Хатун, я тебя огорчил? Несправедлив был, возможно. Прямо беда у меня с женщинами. Ну что вы, мой повелитель, как можно? У меня нет никаких претензий. Вы меня не обижали, не расстраивали, не огорчали никогда. И я мечтала только о том, чтобы сделать вас счастливым. Ну а потерю нашего ребенка еще в младенчестве я приняла без робота. Воля Аллаха. Я знаю, я верю, судьба не разлучит нас, пока мы живы. Проходи, садись. Я не знаю, что происходит. Здесь, за этими дверями, как вы живете. Но я хорошо знаю ваше сердце, знаю, какой вы совестливый человек. Так что не вините себя в этом. Это будет несправедливо. Но если виноват не я, то кто? Ну, говори, не бойся, Гюльфем. И Махидевран Султан, и Хюрем Султан, они любят вас, уважают. Я не сомневаюсь. Они подарили вам таких чудесных наследников. Но смогли ли они дать вам то, что вы искали? Покой и счастье. Я не говорю, что я лучше, я тоже не сумела вполне понять вас, повелитель. Разделить ваши взгляды, стремления, мысли из-за своего невежества. Я понимала немного. Не огорчайся. У меня тоже нет никаких обид на тебя. Я ни в чем тебя упрекнуть не могу. Трудно найти человека более душевного и рассудительного, чем ты. Вся наша семья очень ценит твою верность. Я знаю, что ты рядом с матушкой и Хатидже, и я спокоен. Как Хатидже? Она сейчас так счастлива. Просто летает. И все благодаря вам, повелитель. Вашему сердцу. А ты с самого начала знала, да? Я ее убеждала поговорить с вами. Я знала, что вы с уважением отнесетесь к ее чувствам. Но Хатидже ужасно боялась, так и не решилась. И мне пришлось хранить ее тайну. Хатидже Султан, садись, Махидевран. А Мустафа где? Он занимается. Ну, как идут приготовления к свадьбе? Не знаю, право. Матушка этим командует. А мне приходится только слушаться. Гюльфем у нее? О, нет, она пошла к султану. Как к султану? Он позвал ее.
в свои покои. Да, зачем, Хатиджа? Не знаю. Ты все еще ревнуешь его к Гюльфен? Ну что вы, нет? Просто мне интересно, и все. Придет и расскажет. Вот и Гюльфем. Здравствуйте. У султана была Гюльфем, да? Была. У него. И что ты там делала? Султан позвал меня, захотел побеседовать со мной, и все. И о чем же? Что такое? Случилось что-то? Мы говорили о наших отношениях, о пережитом. Госпожа, вы уже знаете о завтрашнем торжестве? Торжестве? Повелитель объявит о свадьбе. Завтра в саду собирают всех родственников. Слава Аллаху! Я так счастлива! Это такая радость для всех. И праздника у нас давно не было. Ну, Ибрагим, готовься. Завтра я торжественно объявлю о твоей свадьбе. Я очень счастлив, повелитель. Но что-то вас беспокоит. Вы печальны, я же вижу. Если вы хотите, давайте перенесем торжество. Нет, сейчас самое время, Ибрагим. От ваших радостных лиц и мне перепадет частичка счастья. Повелитель. Понадоблюсь я у себя. На кого же ты собираешься меня оставить, Ибрагим? Я не собираюсь. Я ни на кого не смогу вас спокойно оставить, повелитель. Если только на вас самих. Ладно, ступай.